Идем, достану эти сраные лекарства. Ну отлично, еще одна карта. Точнее, еще одна территория без карты. Ну просто замечательно. Я просто люблю гонять по местам, которые я не знаю. Это просто великолепно. А тут еще и электричества нету, ну просто восхитительно. Ну обосраться. Сраные люди во время зомби-апокалипсиса. Надо друг другу помогать, а не уничтожать друг друга. Что вы такие тупые-то, а? Учитесь, народ, у героев этого зомби-экшена. Как не надо поступать. Эти ясли никак не похожи на смертельную ловушку, правда? Вообще еще не поздно взять заправку штурмом. Ну что ж, справедливо, дело твое. А как я ее возьму штурмом, если я не могу ее взять? То есть можно ее взять штурмом? А как? Может быть, мне туда не ходить? Подождите секунду. И я кое-что вспомнил и специально пошел проверить. В общем, здесь мне нужно быть крайне осторожным, потому что именно здесь встречается баг, который тебе не дает продолжить игру. В том случае, если ты сдохнешь. То есть мне нужно дойти до определенной точки в этой игре, которая позволит мне пройти дальше. И вас что-то как-то до хера, ребята. Сигнальный огонь валяется, дверь, которую... Не моя проблема. Зачем вообще открывать эту дверь, если не хочешь умирать? Зачем открывать эту дверь, если не хочешь подыхать? Я не знаю. Ну... Не знаю зачем. Этот сраный был вопрос. А вот близко, кстати, как-то совсем уж был... этот... распределительный блок на этот раз. Близко, в смысле, ко входу. Видимо, разработчики тоже поняли, что да ну-ка нахер, не будем заставлять игроков херней маяться, дадим им сразу карту. Отвали от меня. Зачем мне карабкаться? Ох, у него есть энергетика, у меня места нету в сумке, так что... Обламываешься ты за энергетик, ребятенок. Здрасте, мисс Ворона. Валите нахер отсюда, спасибо. А что это, кстати? Сигнальный огонь может пригодиться. Может пригодиться. Че бы выбросить-то? Выброшу газировку, что ли? Ибо сигнальный огонь намного лучше. В общем, нужно быть очень осторожным в этой локации. Крайне осторожным. Я что-то впереди вижу мелькающее, видите? На стене. Где она? Она куда-то исчезла с моего экрана, я аж обосрался. Придешь ко мне, дорогуша? Давай, топай. Чё, как сам? Че не хочешь? Ну ладно. Ты плохой. Ай-яй-яй-яй-яй, зомби. В нем есть арбалетные болты. О, кстати, мне интересно, а если стрелять в того, кто ходит с баком на спине? Что это такое там впереди? Вот это что такое? Вот смотрите. Вот это вот что такое? Вот это вот. Это фонарь? Что это? Мне вот интересно, если стрелять того зомби, который ходит с баком на спине, его тоже раз чекрыжит или как? Или чё? Получи по роже! Получи по роже! Ну-ка, снимай давай свою каску! Ты чё такой некрасивый? Ты кривозубый! Сраный англичанин! О, у него есть и патроны к пистолету. И один болт. Естественно, я болты не взял, да? Болты.
Арбалет, в смысле. Животный? Нет, животный мне не нужен. Зомби с трофеями. О, вот там письма есть. А тут необходим магнитный пропуск. Где он столько магнитных пропусков выстроил? Не знаю. А, ну может быть мне заапгрейдят планшетник мой. Есть подозрение, что так и произойдет. Ну, либо мне дадут много-много магнитных карточек, либо... Ну, знаете, как-то давать один магнитный пропуск, который тебе все откроет, это как-то глупо. Лучше планшетик обновить, это же... Это же просто... Я не знаю, оригинальнее будет. Я уже не обращаю внимания на радар, он бесполезен. Из-за количества ворон. Отлично! Только его пометил, он встал. Ой, это она! Ну, прости, что я тебя обозвал им. Ну, подумаешь, ну и что? Так, нет, тебе ничего нету. Тебе нет ни грамма удовольствия. Где? Кто-то тут вот стоит. Зомби. И коктейль Молотова. Пошел вон. Что-то вы какие-то не страшные, пошли, давайте. Ну, мне в комментариях говорили то, что я обосрусь в этих ясельках. Ну да, в принципе, в ясельках только и надо, что... обсираться. Я бы с радостью сейчас выкинул патроны для дробовика, например. А давайте их выкинем, потому что молот-то все-таки важнее. Два патрона для дробовика или все-таки один патрон для карабина. А у меня 15 патронов для карабина лежит в соседнем слоте. То есть он заполнен доверху. Поэтому коктейль молотов будет полезнее мне, чем один патрон для карабина. Ну, я думаю, что, как бы, вы не против, а если вы против, ну, извините меня. Я помечу за этот один патрон, вдруг я сюда вернусь когда-нибудь. Я не знаю зачем, правда. Надеюсь, что нет. А, ну мне же надо, да, мне надо будет письмо Ди забрать, так что... Я сюда еще вернусь. Что-то кирпичики, кирпичики. Входить не хочу, входить. О, выход на второй этаж завален, прекрасно. Готовы к кирпичам? Я готов. Осторожнее внутри. Камеры сняли, как туда хлынула толпа. Нянечки увели детей внутрь, но никто не вышел. А, как это банально. В какой-нибудь ужастик постоянно засунуть. Постоянно засовывают всяческие ясли и прочие. Ну, знаете, самые ужасные ясли, по-моему, были в Dead Space. В каком-то там, в первой, во второй части, не помню. И в Painkiller. Стеллаж пустой, стеллаж, дверь открытая, дверь закрытая. Животный! С мясом животный. Боже. Вы спросите меня, зачем я смотрел что-то по поводу этой игры еще до того, как ее не начал играть? А, просто потому, что у меня очень хорошие опыты в игры Ubisoft. Особенно в Assassin's Creed 3. Что ты показываешь вот здесь, вот где-то вот здесь враг? Где? Сверху нет. Сверху не может быть. Я прямо над врагом стою, вот здесь. Вот-вот, я прямо на нем стою. Ну, в общем, я поиграл в Assassin's Creed 3, и теперь мне неохота натыкаться на количество багов. Я специально пошел и посмотрел, есть ли баги в этой игре. Говорят, их дохера, и все они уничтожают прохождение игры. Ой, смотрите, какая лапочка! Ну, типа рожи, черт, тут нельзя ломать вещи. Что это я? Вот серьезно, вот здесь что-то я не понимаю, что... Что вот здесь красное? Вот что? Что? Где? Я не вижу. Вот вы видите? Нет. Вот прямо подо мной. Все, теперь нет. Вот, вот, смотрите, прямо. Стул, что ли, на меня пытается напасть? Так, игра баганула, похоже. Здесь никого нету, но она мне показывает отчетливо, что здесь кто-то есть. Сраные стеллажи, в которых ничего нету. Вы просто замечательные ребята.
Поэтому я использую все, что есть, все фаеры, все возможные штучки-дрючки. Но вообще, ребятушки, я немножко обосратушки, если честно. Не потому что... Нет, мне страшно не потому, что здесь такая прикольная атмосфера детского сада, в принципе, лучше, чем в любом нашем детском саду в России. Ну, почти во всех. Замечательно, ты-то что делаешь на унитазе? Тебе нужны лекарства и больше ничего. Хватай и беги. Так вот, а потому что я боюсь, что у меня игра полностью заглючит. То есть ты боишься здесь совсем другого. Не того, что на тебя зомби нападет, а то, что игра заглючит. Ну как заглючит? Я по крайней мере знаю, что надо делать. Надо дойти до какой-то двери. И ее открыть. То ли эту дверь, то ли еще какую-то. Наверное, не эту все-таки. Насколько я знаю, ты должен провалиться в подвал, после чего подняться по лестнице. Там будет мужик с... со взрывающимся баллоном у тебя, у него на спине. Вот, кстати, из этого, из решения этого бага-то я и как раз таки... Вот кто здесь шепчет? Эта игра намекает на реалистичность, и какую-то херню мне сейчас в наушниках пилят. Это не страшно, ребят, это дебильно. У вас игра... О май гад, я не пойду сюда. Нахер. Обосратушки, версия 2.0. Отмычечку надо там заюзать. What the fuck? Что ты хочешь от меня, а? Выскочила из гардероба, там и живи в шкафу, поняла? Срань египетская. Я так шел и шел вот к этой вот девушке, а ты? Какая ты плохая женщина. Я аж мысли потерял, о чем я говорил? Я уже не помню. Так, естественно, камер здесь нигде нету, да? Стеллаж без всего. Стеллаж без всего. Ай. Это скучно, ребята, на самом деле. Если это уж... Совсем тема за... Затертые. Ясли, в смысле, в ужасах. Это еще со времен, по-моему, ужастиков 80-х. Кто фанат ужастиков 80-х? Скажите мне, вот я точно помню, что в каких-то фильмах, то ли в паре, то ли еще во скольки-то есть. Есть сцена в детском саду. По-моему, в Чайке. Как он там, как назывался? Фильм про Чайки. Кукла такая, которая всех убивала. Не надо меня целовать только. Я тоже могу рычать, как идиот. Who the fuck? Хорошо, что здесь двери открываются в две стороны. Инновационные двери. Они все пустые. В них они хранят лекарства. У нее есть молотов, прикиньте. А куда я его засуну? Ну, у меня и так два молотовых. Доски, что ли, убрать? Или два патрона для дробовика? Ну, раз я дробовик с собой не ношу, то, пожалуй, их и уберем. А молотов мне пригодится больше. Вот его я и забрал. Аптечка первой помощи. Нету тут нихера. На черт, опять я мясо животные пометил, а? Больше ничего не забыл? А, ну вещица. Патрончики для дробовика. Которые я оставил. Пусть лежат здесь. Нет, в этом стеллаже ничего нет. Я даже соваться сюда не буду. Дина, получай по харе. Ты тоже зомби. Забиваю эту игрушку! Она причина зомби-апокалипсиса, ладно, неважно. А, это выход на... Да, выход на обрушивающуюся лестницу. Зачем, правда, он здесь нужен? Я... What the fuck?
What the fuck? Почему я могу войти, но... Точнее, выйти, но войти не могу. Это же глупо. О май гад. Тупизна в квадрате просто. Да, еще разок давайте. По крайней мере, дверь открыл, хотя бы меньше ползать здесь надо. Я так полагаю, что все эти его крики, мол, ты можешь пробиться силой, это все херня, и на самом деле здесь все линейно до ужаса. То есть, ну вы сами видели, что там никак... What the fuck? С бензозаправкой не расправиться по-другому. Сволочь! Ну иди ко мне, иди к папочке. Я займу позицию повыше, чтобы тебя, если что, лупить как можно сильнее. Почему у них на службе одни лысики? Лысые, да лысые, худощавые, хрены. Ну вот, я снова держал ЗТР. Да господи, ты сдохнешь когда-нибудь? Нет? Я уж... What the fuck? Это он как поднялся только что? Меня переглючило или он поднимался как-то странно? Два патрона для дробовика, представляете, да? Нашел и потерял одновременно. Ничего нету. Но что-то здесь появилось. Ползти? О, смотрите, что я нашел. Во. Правильно я сделал, правильно, правильно влез. Это было, видимо, для тех, кто любит искать. А, любит искать, обыскивать помещение. Была камера, потому что по-другому никак здесь. Блин, ну вот что мне делать? Сколько здесь патронов? Ну, штуки 4, наверное, да? Ладно уж. Брать их не буду. Ну, некуда, некуда их ложить, ну, правда, ну, вот, некуда. Ну, что мне выкидывать? Ну, у меня два молотых есть, 15... У меня и так 15 патронов для... карабина, ладно. Я выкину одну аптечку большую. Потому что у меня их и так много в инвентаре есть. А я их особо не использую и помечу ее здесь на всякий случай. Если вдруг у меня будет проблема с аптечками, то я сюда вернусь. Suck my balls! Посмеешь упасть и тебе... Я заставлю охлобыстина тебя покрестить. Впереди есть зомби. Нет, это животное, животное, стеллаж, двери, две двери. Нет, это одна дверь была, просто я два раза на одну и ту же точку наткнулся, просто на двери аж было четыре точки, вот здесь, вот здесь, на двери. What the fuck? What? Это, мать вашу, зомби-апокалипсис! А не грёбаный Dead Space и херня под мышкой. Что это было сейчас? Пропуск здесь есть некий. Идиотизм какой-то сейчас был, боже, во что не превратили зомби-апокалипсис. Некий пропуск, я не знаю куда. Это не страшно, ребят, это глупо было сейчас. В зомби-апокалипсисе бегают призраки. Угу. Невидимые зомби. Вы сами хоть верите в это? Разработчики, мне вот такой вопрос просто к вам. Обычно такой вопрос. Так, по-моему, здесь пусто. Для такой двери нужен электронный ключ. Тебе такой не попадался? Попадался. Да боже!
не всосал. А как попасть? Вот в эту комнату. Тут вот есть крыло вот за этой стеной, крыло полное, которое хрен попадешь. Попасть можно здесь, но как и открыть эту дверь, черт ее знает. Дверь с магнитным замком и стеллаж, в котором нет трофеев за ней. А, ну, я в курсе, что надо провалиться через пол, так что, видимо, сейчас мы провалимся через пол, потому что мне говорит игра идти вот туда, смотрите, вон туда. В аптечку с первой помощью. Что еще может здесь произойти? Естественно, ничего. Но я буду продвигаться... Игра, иди в задницу! Игра... Антибиотики внутри, кстати, написаны. Игра, не надо меня так щедро награждать музыкой. Я, конечно, понимаю, что ты все хочешь мне... показать все, что у тебя есть, но это же обосратушки немножечко. Обломись. Этого никак не избежать.